Еще одна встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в городском округе Люберцы. На этот раз местом ее проведения стала гимназия номер 46 в поселке Малаховка. По итогам встречи представители администрации взяли в работу ряд вопросов. Подробности расскажет Луиза Егиазарян. Задать вопрос и получить на него ответ здесь и сейчас. Работа выездной администрации дает такую возможность каждому жителю. Глафира Зубарева обратилась с просьбой усилить меры безопасности в поселке, особенно на территории парка Малаховское озеро. На улицах очень много людей, которые дебоширят, ходят пьяные, ругаются. И, конечно, хотелось бы более такую безопасную среду на улицах. Но я получила ответ, что по моим запросам проведут расследование, обязательно мне перезвонят и ответят на вопросы. У нас на территории парка обеспечена камера видеонаблюдения, установленная с выходом в безопасный регион, которые уже неоднократно показывали свои плоды в части выявления правонарушителей и привлечения их к административной и даже уголовной ответственности. Организация приближенности патрулей — это реально, они на самом деле проходят, может быть, не всегда жители это видят, но патрули также максимально приближены, так как опорный пункт полиции находится непосредственно вблизи Малаховского озера. Тематика обращений разная – от ЖКХ и здравоохранения до ремонта дорог и благоустройства отдельных участков. Свои вопросы жители адресуют непосредственно главе городского округа Владимиру Волкову или его профильным заместителям. У нас в поселке Нововражка, 46-я школа, гимназия, да? А парковка, она никак не организована перед самой школой. И люди уже стихийно просто ставят, ну как вот в грунт заезжают, уезжают, ну когда грязь там, ну, все остальное, да, каша там. В общем, эта каша потом выезжает на дорогу. На встрече с представителями администрации от жителей можно услышать не только замечания и указания на те или иные проблемы, но и благодарность. Такое обращение поступило в управление образованием. Буквально на днях случился непредвиденный приступ у ребенка во время тихого часа. И воспитатели, которые были в это время на группе, очень своевременно отреагировали, вызвали мгновенно скорую помощь, вызвали родителей, приняли все возможные меры, чтобы купировать этот приступ. И вот мама подошла, конечно, с большой благодарностью Татьяне Александровне, воспитателю этого детского сада. Конечно же, мы примем во внимание и в конце учебного года найдем возможность именно ее поощрить, наградить. Реконструкция летнего парка, содержание контейнерных площадок, вывоз мусора, ремонт дорог и тротуаров также вошли в список тем, которые подняли жители Малаховки. Напомню, что подобные встречи проходят 2 раза в месяц и затрагивают все поселки и микрорайоны городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.